Друзья, всех приветствую, на связи Дельта ТВ. Как я обещал, собрался на рыбалку порыбачить. Вот. Время ориентировочно где-то 5 часов вечера. Вот, решил вот не спеша. У нас просто палящее солнце нереально в Астрахани. Плюс 40 и все такое. Вот, в общем, я уже на берегу спустил лодку. Вот лодка. Вот. Сейчас будем выдвигаться, в общем. Надеюсь, что сегодня будет удачный лов, так как я не профессиональный рыбак в этом деле, со спиннингом имею в виду и с удочкой. Вот, в другом деле, да, конечно же, не поспоришь. Вот, но все же будем надеяться и удачи мне. Погнали. Так, убираемся на лодку. Опачки. Здесь небольшой, давайте проведем обзорчик. Здесь два спиннинга, один типа, ну я купил это оба новых спиннинга, еще ни разу не использованных. Это типа под сазана, под сама, это под щуку, жереха и судака. Вот. Также здесь у нас есть оснастка. Идет мини-обзор, что я с собой еще взял. На самом деле у меня куча всего есть, но пользоваться-то я толком этим всем не умею. Здесь есть разные резинки, грузила, в общем. Вот. Что еще здесь? Ну, куча всего. Самое главное, то, что я взял, это прикормка такая. Типа как бомбочка, что ли. Насаживаешь его на крючок и ждешь. Есть с собой кантер. Также взял. Сегодня у нас конопляный день. Жмых с коноплей. Вот. Еще один жмых с коноплей. И кукуруза. Пропитка тоже конопля. Вот. Думаю, то, что все вы меня поймете. Вот. Все знают, что такое конопля. И с чем ее едят. В общем, шутки в сторону. Погнали. Заводный мотор. И в путь. Рыбачить я буду недалеко. Вот, вот наше село здесь. Вот он в той стороне. Получается, вот остров. Он тоже обходит с той стороны. И рыбачить буду в той стороне. Если там не будет клевать, пойду повыше. А если там не будет клевать, то пойду вниз, короче. В ту сторону. Вот, там есть место, где стопудово будет клевать. Вот. Так что, погнали, друзья. Будет интересный выпуск. Все, друзья, думаю, деваться пока не смысла. Надо завести мотор. Мотор лежал долгое время. Стоял, точнее, долгое время. Немного скачаем бензина. Вот, должен завестись. Здесь что-то треснуло. Почему-то. Так, все проверяем. Все работает. Продернем. Так, дай немного подсоса. Так как он долго стоял, давайте немного ему дадим его немного прогреться. Вот, на подсосе. Простой очень был долгим. Почти 3 месяца, можно сказать. Так что пускай поработает хотя бы минуты 2. Прогреется. У нас в это время мы проверим, как затянута корма. Так, затянута она нормально. Вот, сейчас мы поедем. Положение у нас стоит на второй. Так, у нас лежит якорь, все с собой взяли, удочки. Топить надо. Пьем. Друзья, погнали. Поплыли, точнее.
рыбачу в этом районе. Вот в этом районе. Так, здесь у нас остров получается, вот. Здесь небольшой прибубок. Вот, здесь у нас получается как остров. Получается как остров. Здесь у нас коса проходит. Коса. Здесь небольшой остров заросший тоже. Вот, и вон там, где-то поля начинается приглубление. Если не будет клева здесь, мы поедем в ту сторону. Вот, так как жарко, я думаю, рыба ищет место, где похолоднее. В общем, холодное место. Вот, еще я сделал такие штуки. Вот. Сейчас посмотрим, будут они у нас работать или не будут. Сейчас мы сюда подплывем. Так, смотрим дно. Что у нас дно здесь глубокое, нет? Глубоко. Здесь тоже глубоко. Так, надо нам поменьше. Помельче, помельче, помельче. Ищем местность. Вот, здесь нормально. Здесь нормально. Во-во-во-во-во. Стоп-стоп. Сейчас мы бросим якорь, заглушим мотор. Сейчас у нас будет такое... Самому очень интересно попробовать эту штуку. Сейчас, в общем, сами видите процесс. Так, сейчас мы тянемся. Вот. Рассказываю, в общем, у меня есть вот такие вот штуки. Бутылка, в общем. И леска. Вот, здесь плетенка. На конце плетенки я повешу крючки, обычные для сазана. Вот, и получается на этот кол завяжу край этой веревки. Бутылка будет служить как поплавок. В случае чего, если там поклевка произойдет, я увижу. Вот, но мы сделаем как? Мы сейчас уедем. Оставим эти приспособления здесь. А потом будем проверять, поймалось ли что-либо, либо нет. Вот, так что... Сейчас мы начнем все это делать. Распутаю все. Прошу сразу не судить меня строго. Вот, я в этом деле вообще, можно сказать, новичок. Вот. У меня все есть. Там лоу, приспособы, да, вот эти всякие. Но давайте не будете судить строго. Вот. Я только-только начинаю. Давайте мы дверь просто захерачим. Что-то у нас не пролазит. Я хочу быстрее. Настроение рыбалки. Настроение поймать что-либо. Так, есть. Груз у нас готов. Этот край мы сейчас завяжем к этой леске. У нас лесочка. У нас край. Вот у нас край. Завяжу, как сам знаю. Продеваю, в общем. Делаю так 4 оборота. Раз, два. 3-4, да? 4 оборота. Потом нахожу вот сплетение, в общем, с центра, не последнее, не вот это последнее, а в центре, которое вот. Раздеваю его вот так вот, раздвигаю, точнее. И продеваю конец в него. Так. Вот, продел. Получается. Потом продеваю в кольцо сюда и продеваю в последнюю петельку. Она у нас, как обычно, затягивается. Надо ее разодвинуть. Так. Вон там что-то плещется. Так. Сейчас еще сезон этого. Ежевики. В этом острове. Ну вот на этом острове есть ежевик. Сейчас время будет, я скажу туда. Глянем. Есть ли там вкусности. Так, вот. Получается, берем так. Продеваем. Ой. Какое-то все-таки тонкое занятие. Нужны рюшки. Так. Опачки. Оп. Продел. В общем, вот смотрите. Вот, затянул, да? Вот там что-то плещется прям огромное. Так, вот затянул, все, оно, получается, никуда не денется.
А это мы сейчас вот на корме забьем, он там вот. Да, я думаю, будет нормально. Глубина у нас вот такая. Так что мы завяжем вот здесь вот. Нормально так завяжем. Смотрите, вот так вот. Сверху я продел. Вот так держу. И вот, вот так вот. Получается вот, вот такой узел, потому что крест-накрест он проходит. Вот. И здесь можно просто сделать либо бантик, сделать бантик, чтобы потом развязать было проще. И все как бы. Иду на корму, здесь все убираю. И заброшу, пойду туда наконец. Так. Корму вот так вот. Оп. Думаю, нормально. Как надо. Так, беру где мой узелочек. Сейчас запуталось. Сейчас мы распутаем. Беру и просто подальше. Опачки. Вот, идеально. Если поклеит, он будет там плескаться, в общем. Так, друзья, мы сделали делишки свои. Коварные. Оставляем все это на потом. Все закрываем. И едем на тот берег. На тот берег. Поднимаем якорь. Посмотри, давай, может, что-то клюет здесь. Что есть? Что-нибудь. Вот тарашка опять. Друзья, опять тарашка. Это я уже не упущу. Первый лов, она у нас клюнула на... Точнее, второй лов клюнула на кукурузу. Вот у нас такая-то тарашка. Давайте мы ее отпустим. Иди плыви. Принеси мне своего брата, Сазана. Я буду очень рад. Так, эта тема мне не нравится. Тема путаницы. Так, сейчас. Ура. Так, немного колбасит. Сейчас немного нет одной кукурузы. Ничего страшного. Все, выкидываем. Там ничего не клюет у нас. Вроде не клюет. Погнали на эту сторону. Якорь огромный. Опачки. Заводим нашу Хонду. Зверь-мотор. С одного раза как, а? Умница. Он недалеко получается. Думаю, тоже где-то здесь кормится сазан. Точнее, здесь просто немного приглубок. Вот. Думаю, то, что где-то здесь он есть. Испытаем удачу. Вот. В общем, рассказываю, у меня здесь жмых. Вот. Тоже конопляный. Я же говорю, что у нас конопляный день сегодня. Вот, ну и приспособа такая, крючки, два крючка получается, жмых, и все, так у меня здесь немного тоже закрутилось. Говорю же, ребята, я неопытный, так что не смейтесь там за своими гаджетами. Так, а сюда мы здесь тоже сделаем такую штуку, наконец. Некоторые просто берут и цепляют здесь, сверлят там, или бывает на жмыхе дырочка. Вот, а мы сейчас делаем, как, мы сейчас здесь оденем кукурузу, крючок, здесь крючок большой, нежели чем там, оденем кукурузу и бомбочку тоже. Есть. Готово.
Здесь тоже так проденем кукурузину. Как вы заметили, у меня два спиннинга. Я же вам говорил в самом начале. На одном у меня вон резинка, в общем. Будем пробовать щуку, судака, может, что-нибудь поймаем. Вот, типа того. Все вроде готово. Так, надо забросить еще, да? Забросим в эту сторону. О, что там прыгнуло. Сделаем такой заброс. Поставим его вот сюда. Так. Подтянем. Клюет, что ли? Хотя нет, показалось, наверное. Сверху в сторону. Хотя нет, вон что-то клюет, что-то тянет. Все тоже уберем в сторону. Отличный контур. Ой, друзья, хорошо, что я не вышел в обед. О, я вот вышел в 5 часов, наверное, где-то уже 6 часов. Сейчас, наверное, прошел. Все равно припекает так добро. В идеале, конечно, надо утром выходить, но в следующий раз выйду утром и поедем вниз, не рядом, а выделю время один день и поедем прямо вниз куда-нибудь туда. Сейчас подготовим. Готовим. Ну, проверим. Ничего не клюет. Так, что-то есть. Друзья, что-то есть. Есть, да, что-то сидит. Первая поклевка. Что-то идет. Что-то маленькое. Что-то маленькое, да, друзья. Идет. Или ушел, что ли, уже? Нет, идет. О, это маленький сазанчик. Мы его, конечно же, отпустим. Прям вообще мелкий. Друзья, смотрите. Что такое вообще прям? Прям малыш. Давай, дружок. Плыви. Съел, короче, штуку, значит они едят его. Хочу поменять жмых
на другой. Не знаю, просто, то есть как бы, вот захотелось поменять и все. Не так то, что там кто-то сидит и не подсказывает, я совершенно один. Ешьте, ребята. Так. Загрузили. Так, сейчас кукурузу сюда наденем. Грузовина, бомбочка лучше. Кинем. Бомбочки, кругляши. Кому как. Так, ну, прям. Оденем насквозь, чтобы я мог еще и надеть на этот. На жмых-то. Надо тоже нацепить. У меня сейчас развалится мне эта бомбочка. Ничего страшного. Так, вот сейчас дырочка так вот. Немножечко так проденем. Еще там бомбочка. Она продета нормально. Сюда тоже вот так вот. Хоп. Тоже зацепим. Так. Ну ладно, ничего страшного. Покушайте, ребята. Фу. Ну что, удачи нам. Думаю, карпенок нам принесет удачи. Так, рано. Ой, сейчас буду смеяться. Счастье, полные штаны у кого-то будут. Хоп. Подальше. Не знаю, может, со жмыха так и не делают. Так далеко не кидают, просто кладут. Мне что-то в моем представлении делается вот именно вот так вот. Больше никак. Ну, подтянем. Вот так. Да. Друзья, на улице совсем уже темно, вот, солнце уже давно село. За сегодняшний вечер что я хочу сказать и что я могу сказать вообще. Опыта рыбалки у меня в такой вообще нету, вообще ноль, можно сказать. Вот, так чисто на тарашку зимой, или может, или так, ну, вообще не было любителем. Вот, как видите, я все покупил, вот, у меня все есть, все данные вроде во мне есть, я мужик и все такое у меня. Я рыбак, я должен, в общем, развиваться в этой теме. Поддержите меня, пожалуйста, с комментариями ниже. Посчитай, я считаю, что вы считаете, блин,
удача просто не в моей стране, или я просто что-то делаю не так. Вот, накидайте своих советов, что делать, как поймать там жереха, сазана, вообще остальную любую рыбу. Насчет арашки, окуня можете не писать, я, ну, насчет этого, думаю, нет проблем. Я имею в виду прощичников и крупных трофеев. Вот, локация была возле села, вот, то есть недалеко. И я думаю, то, что рыбы здесь не особо, типа, так много, потому что она все уходит в море. Вот, и в дальнейшем, не в дальнейшем, в следующем выпуске вы увидите лотосные поля и съездим на рыбалку на раскаты. Вот. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всех обнял. Ну все, друзья, едем домой. А, точнее, не домой, вру. Друзья, едем за вот этим поставушком, который мы поставили, проверим сейчас их и потом поедем домой. Все. Что-то есть, друзья. Это у нас красноперка одна. Друзья, у нас сегодня вечер, оказывается, с уловом. Вот, вы можете меня поздравить. Вот такая красноперка я поймал. Так, отпускать ее не будем. Так, нам нужно теперь снять все это. Хочу сказать то, что этот метод работает, друзья. Вы можете использовать на здоровье. Так. Главное не запутаться. Сейчас мы такой поставим аккуратно сюда. Дом уже разберемся. Так, сейчас мы так, по течению встанем. А если у нас был верх, что-то не колеблется. Здесь все на месте. Короче, вот эти штуки, они бесполезны. Могу сделать такой вывод. Покупайте, в общем, покупайте что? Покупайте кукурузу, и будет вам счастье. А вот такие круглые штуки для, типа, насадки на крючок вообще неприемлемы. Тут одна красноперка, вот, да, она одна. Я думаю, может, еще что-то будет, хотя бы еще какую-нибудь таращику и пожарить ее. Я ее отпущу, что? Давай, дружок, плыви. Давай, братишка. На этом все, друзья. Всем пока и всем удачи. Я поехал домой.